Это за стеклом сидит рыжая. Надежда Васильевна тут кору помогает, сдирает с ней руками. Но нож не давать в руки. Убери нож. Надя, я же наказывал сколько раз. А это не нож. А что такое? А, какое-то просто железо не, без этого. Это оно не нож, да? Ну-ка, дай сюда. Оно не заострено даже. Ну, это правда, не нож. Ну, не давай в руки, все равно. Ну, все, Володя, скорее. Да, он сейчас. Ты его потихоньку положи. Володя! Ну, да ладно вам пищать-то, ну что вы. Не поднимем, тяжелое. Володя, фуражку убери. На время. Я пока пройдусь везде. Вот работают у нас кто. Вы где, в Донбассе живете? Я живу в Угледаре, Донецкой области. А? В Угледаре, Донецкой области. Донецкой? Да. Это сама Украина? Это Украина. Это не Донбасс, там, где которые там отделяются, к ним не относятся? Значит, в нашей Украине есть города Донецкой области, которые не подчиняются бандерофашистскому режиму. Вот и все. Так а ты, над вами этот новый Зеленский не командует? Нет, он не командует. Это Володя. Не дают командовать. Ну, понятно. Потому что готовим на пирс. Работают. Это мой внучатка работает, звать Тихоном Давидов Давидович. Я говорю, сейчас придет время, у него сын будет, назовут Игнатием. И будет Игнатий Тихонович второй. Вот он как работает. Молодцы, ребята. Ну-ка посмотри на меня. Вот так. Придет время, ты в школе будешь себя. Стань маленечко, я тебя сниму, хорошо. Выпросился у бабы сюда, у мамы. А ты с мамой разговаривал вчера? Да. Оставили до пятницы. Вот до пятницы мы должны все это закончить. Ну, у нас быстро дело идет. Это баба Люба. Баба Люба, на меня посмотри-ка. Что ты? Вот она как. А ты как по паспорту пишешься? Николь или Ника? Николь. Николь, да? Николь. Так и написано. Да. Вот, это Глушкова Игоря. Вот сейчас подойду к нему. Племянница. Я правильно сказал? Да. Все. Во славу Божию. О! Пошел к людям, да наткнулся на кота белого. Идет с охоты. Это брат Никита. Володя. Так. Ну-ка, Валентина Тихоновна, встань-ка прямо. Маленько хоть, отдохни. Вот это работники. Господь же дал мне сегодня. Вчера я проехал, даже мало надежды было. Игорь Валентинович. Сегодня, видишь, как он в обнимку. И дело-то не очень трудное. Ну, из этого нельзя. Сейчас засохнет, если не оторвать кору. Дальше мы поправимся. Но нужно будет только, когда сваи забивать. Вот тут нужно помочь нам. Так, теперь я пошел дальше. Брату Никиту, силачи наши. Знакомить с Владимиром Пащенко, думаю, не надо. Где работа, где топоры стучат, там и он. Так, Никита. Так, минуточку, задержись маленько, посмотри на меня. Вот так, видите, как дружно. Что значит деревня? Это сегодня у нас вторник, если не ошибаюсь, вроде бы 18-е. Да? 18 июня. Да, матушка. Приходите, тут шкурить надо. Все, с Богом. Свой нож большой захватите. Топорик маленький. Нож захватите. Большой нож, большой. Все, с Богом. А кто это? Матушка. Матушка. Батюшке его надо было сказать-то. И он вчера дома не было его. Вот его не было. Это дело, конечно. Еще, Люба? А где батюшка-то? Не знаю. Матушка где?
Так, Володя, позвони батюшке. Скажи, от меня наказ, что приехал с ножом и с топориком. Зря некоторые не пришли, потому что эта работа один раз уйдет и больше ее не будет, может быть. А тут веники взяли, потому что Игорь возил в машине землю, ее дождем размочила грязь, чтобы наши, ну, все сохранили, не напачкались. Все, отошел. Вот как, смотрите. Рыжая, рыжая. Повернись сюда лицом. Вот бабушка старенькая стала. А вон в окно там видно работает отображение. А то ты меня видать даже.